К 25-летию независимости сразу 25 новых школ ввели в эксплуатацию в Южно-Казахстанской области. При этом три из них возвели в Сарыагаше благодаря программе «Нурлы жол». Дети сразу нескольких районов Южно-Казахстанской области сели за новые парты в новых стенах. Две школы возведены в населенных пунктах, где их вообще не было. Семь построили, чтобы устранить трехсменку. Еще несколько вместо аварийных. Да и вообще количество детей в одном из самых многодетных регионов республики с каждым годом растет. В новых 25 школах будет учиться более 10 тысяч детей. Но, конечно, этими школами мы не ограничимся. Ведь в этом году у нас школьников гораздо больше, чем в прошлом. Для Сарыагаша три новые школы – огромное событие. Ведь это не просто комфортные здания, но и оборудованные классы, оснащенные всем необходимым для получения качественного образования. В рамках программы «Нурлы жол» мы получили новое здание школы и не можем передать, как рады этому. Ведь до этого мы учили детей в шести комнатах приспособленного под школу здания. 150 детей в три смены. Всего с начала года в Южно-Казахстанской области уже сданы в эксплуатацию 34 школы и 4 детских сада. А до конца года откроют свои двери еще несколько объектов образования. Асем Караулова, Ерлан Куандыков, Информбюро, Южно-Казахстанская область.